Почему крестят детей так рано, а их выбор, а если они не хотят? Ну, кстати, да, насчет крещения. Вот, друзья мои, у меня тут книжка вышла. Во. Уже какое-то время назад. Просто у нас трансляции-то не было с вами, и не мог вам похвастаться. Вот. И здесь как раз про крещение. Про крещение. Все, все, все по порядочку, все расписано. Что, зачем, как, почему, для чего, от чего, зачем и так далее. Вот. И вот там, если вы будете внимательно читать когда-нибудь эту книжечку, там будет написано, что вот задают вопрос по поводу того, что нужно ли крестить детей, ведь это же не их выбор, они сами не выбирают, а если они не хотят и так далее. Ну, мы много чего за детей решаем. Мы много чего за детей решаем. Например, мы им говорим, вот так делать некрасиво. Так делать нельзя. Мы им говорим, что такое хорошо, что такое плохо. Зачем мы за них решаем? Давайте мы не будем за них решать. В Европе он, например, уже развились до такой степени, что даже уже говорят, давайте мы не будем решать, кто из них мальчик, кто из них девочка. Пусть они сами решают. Пусть там мальчики, если хотят, они в юбочках пусть походят, а девочки пусть в штанишках походят. Ну зачем? Вот они вырастут когда. И тогда они сами определятся, какого они пола. И вообще не надо ничего. Пусть они сами все решают. Вот какое развитое общество. Это прогресс. Это вообще, знаете, это вообще зашкаливает. Это просто настолько маразм. Я вот тут ерничаю, но это не выдерживает даже. Потому что это ни в какие ворота не вмещается. Но тем не менее это есть. Вот и мы, начиная с того, что давайте мы не будем за них веру выбирать, закончится, давайте мы не будем за них пол выбирать. Да мы много чего за них выбираем. Они даже не выбирали, жить или не жить. В конце концов, мама их родила, а могла и аборт сделать. А зачем она за нее решила? Спросила бы у него, хочет он родиться на белый свет или нет. Мы за них все решаем, все выбираем. Где им жить, в каком саде ходить, что им кушать сегодня на завтрак, на обед, на ужин. Что хорошо, что плохо. Мы за них все решаем, все выбираем. Они потому что не в состоянии этого сделать. И это тоже мы за них должны выбрать. Но мы должны их воспитать таким образом, что когда они вырастут, они скажут, а папка с мамкой правильно мне говорили. И правильно они меня учили. И подтвердят своей жизнью за них сделанный выбор. И скажут, вот молодцы. Вот так оно должно быть. Они сделают свой выбор. Сделают. В определенный момент, когда они повзрослеют. Но это не значит, что мы должны пустить на самотек все это хозяйство.